Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для гостей и жителей нашего города. 21 февраля только в современной медицинской клинике. Ревматолог из Института движения город Сыктывкар. Успейте записаться, если у вас боли, припухлости или отечности в суставах. Слабость в руках или ногах, количество мест ограничено. Запись по телефону 30350. Всех жителей и гостей города Печора с 10 по 14 февраля приглашают в Дом быта по улице Островского, 74, на ярмарку меда и продуктов пчеловодства от Доброго пасечника, город Киров. Для вас будут представлены мед липовый, гречишный, донниковый, оралиевый, лесная ягода, перга, прополис, воск, а также лесные орехи, алтайские бальзамы, травяной алтайский чай в ассортименте, акция при покупке 1 кг орехов, баночка меда в подарок. Не переключайтесь, впереди вас ждет прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – фирма «Профмастер». Магазин «Профмастер» приглашает на большую распродажу. Весь февраль на весь ассортимент межкомнатных дверей скидка до 30%. Также представлен огромный выбор обоев, межкомнатных дверей, ламината и много мебели. Магазин «Профмастер» – ждем вас за покупками. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 12 февраля, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег, ветер юго-западный, умеренный, порывистый. Температура воздуха сегодня ночью будет -5, -7 градусов, а завтра днем 2-4 градуса мороза. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и услуги по рекламе на радио, телевидении и в газете. Реклама – это просто 356.90. Вы смотрели прогноз погоды. В студии была Марьяна Левченко. Всего вам доброго. До свидания.